Раз, тест. Скажи, привет. Начиналось все вот с этого пассажа. Постоянный вопрос, меня все спрашивают. Мне было 19 лет. Ой, здрасте, я модель. И все завертелось, закрутилось. Лувр, мы идем в Лувр. Вот тут закаты. Самое офигенное место. Но мне кажется, это невозможно объяснить. И у меня здесь было тоже несколько съемок. Ой-ой-ой. О, хорошо, что черное надевать в ближайшие дни не стоит. Всем привет! Меня зовут Юлия Великанова. Я живу в Париже уже больше 3 лет и решила наконец-то поделиться с вами моей парижской жизнью. Я работаю моделью здесь. I'm still standing. Та-та-ра-та-ра-там. Welcome to my Paris life. Итак, с чего все начиналось? Начиналось все вот с этого пассажа. Где я прожила больше 2,5 лет. Свой переезд в Париж я отчитываю именно осознанный переезд, когда я приехала со всеми чемоданами, все привезла из России, и у меня уже была оформлена карта сижур. Обычно здесь очень много туристов. Сегодня странно, никого нет. И я вам расскажу, почему здесь очень много туристов. Ключей у меня, конечно же, уже нет. Но остался в памяти код. Итак, представляете, на рубеже 14-15 веков здесь заканчивался Париж, то есть Wall of Paris. Поэтому здесь так много туристов. И на этом месте были катакомбы. Ну вот, собственно, вот этот бейсмент, где я жила. Сейчас там живет какая-то модель. Несмотря на то, что я здесь уже не живу, я очень часто бываю в этом районе. И когда у меня есть свободное время и пришел лютый голод, я иду есть свой авокадо-тост и пить мачу-чай в кое-какое кафе, и сейчас я вам его покажу. Одно из самых любимых мест для завтраков и перекусов. Бонжур! Кошелек давай. Только что позвонила агентство и сказала, что я должна бежать на работу в 2:30 на Луке. Один момент модельной жизни, что не можешь контролировать свой график. Ты, например, пошел в спортзал или ты, например, в душе. А тебе звонит агент и говорит: Юля, срочно беги на такую-то работу, right now. И ты такой: ну я как бы только из душа, я не очень хорошо выгляжу. Неважно, беги. Работа – это круто. Потому что в Париже без работы не прожить, а мачо пить надо. Мы сейчас пойдем в Лувр. Там самые красивые закаты. Да, я понимаю, что сейчас день. Но раз мне бежать на работу, выбора нет, идем во время дня. Как я попала в моделинг? Постоянный вопрос, меня все спрашивают. Мне было 19 лет. Ой. Собственно, пришла я сама и сказала, что, ребята, я модель. Отправьте-ка меня, пожалуйста, в Милан. И я полетела в Милан на 3 месяца. И все завертелось, закрутилось. Лувр, мы идем в Лувр. Вот тут закаты. Самое мое любимое место. Самое офигенное место. Хорошо, мастер-класс.
Мастер-класс «Как фотографироваться с пирамидкой» от Юлии Великановой. Залазим на штуковину. Ищем ракурс. Вот так? Улыбочку, ножку в сторону. Cheers! Отвечая на вопрос, что мне здесь больше всего нравится, это все. Ну как здесь может что-то не нравиться? Ну это волшебное место. Мы пришли в квадратный двор. Здесь проходит очень много съемок, потому что народу, как вы видите, народ сконцентрирован в разных частях этого квадрата. И у меня здесь было тоже несколько съемок. Кстати, я подустала. Ой. Ой-ой-ой. О, хорошо. Солнышко печет. Прекрасно. Отдохнем и дальше пойдем. Сегодня я прочитала в гороскопе, что черное надевать в ближайшие дни не стоит. Поэтому моя синяя курточка очень даже в тему. Погнали дальше. Мы пришли в мое агентство за ваучером. Ваучер – это такая листовочка, где ты пишешь время, дату. Ой, грязно. Пошли. Но нет. Но мы, по крайней мере, покажем, как выглядит парижское агентство. Да? Ну, вот это все снимается, я надеюсь. Ну, ты будешь в гостевой комнате сидеть. Ну, я как бы своих друзей не стесняюсь. Так, агентство такое дело, что нужно сначала продать себя своему букеру, а потом ты продаешь себя клиенту. Соответственно, выглядеть ты должен на $1 000 000. Как вы думаете, у меня получилось? Навряд ли. Вот мой бук, Юлия Великанова. И у меня еще есть подарок для агентства. Это книга «Рубашки Карла Лагерфельда». Вот так вот. Красота. Ну все, see you soon. Wish me luck. И опера. Не можем пройти мимо. Слава богу, мое агентство находится в таком прекрасном месте. И, ребята, я иду на работу. Спасибо всем, что были со мной. Спасибо за то, что наслаждались этой солнечной погодой, Парижем. Ура! Ура! Ну, вот такое видео, знаешь, где музычку бы мы вставили, где я бы потанцевала. Привет.